Почтен ты на многих иконах, Георгий, святой победитель злейших врагов исконных, от бед освободитель. Далеких времен судьбоносные вехи к вершинам небес проложили пути. Бог некогда миру явил человека и славу Господню на нем воплотил. С младенческих лет промыслительно Богом стать воином доблестным призван был он. Отцом-исповедником правды Христовой Георгием славным был наречен. Стучат, стучат копыта, копье наперевес, а на устах молитва «Христос воскрес!». Юности годы прошли безмятежно, он в духе Господнем в семье возрастал, учился различным наукам прилежно, искусство военное изучал. Он стал воеводой бесстрашным в сражении, сам царь ему должность высокую дал. Но в час искушений и грозных гонений на почести веру не променял. Христос истинный Бог. Последняя битва за веру и крест. Он не чтит оплота, крепит молитва. Христос воскрес! Рожденный для славы отважный воитель на волю царя дерзновенно восстал, как некогда славный его родитель. Отважно пред всеми восславил Христа. Христос истинный Бог. В темнице был предан он лютым мучениям и крестную смерть не колеблясь приял, сподобившись дара чудотворения. Нетленный венец в небесах он стяжал. Радуйся, Георгий, Бог с тобою. Звучит, звучит молитва врагам противовес. Дверь в небеса открыта. Христос воскрес! Боже, помилуй меня! В истории сколько же воинов смелых в боях получили твои ордена. И на скрижалях времен нетленных написаны доблестные имена. Услыши мольбы наши, славный Георгий, да внемлет тебе милосердный Бог. Заступником будь среди бед, бурь и скорбей на всех перекрестьях земных дорог. Яко пленных свободитель и нищих защититель, немуштвующих врач, царей поборничи, победоносчи великомученичи Георгия, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Звенят, звенят копыта, змей древний побежден. Георгий слышит молитвы, спешит на помощь он.